Итак, сегодня я получил посылку и, недолго думая, что же это может быть, легко проверить при помощи обычного смартфона. Подносим, разблокируем. Подносим его, и он срабатывает. Все потому, что внутри у нас ничто иное, как самый главный помощник, без которого наша жизнь была бы скучна. А именно, вот в таком запечатанном пакетике из Поднебесной к нам приходит Smart Tag. Очень одно тоже. Очень хорошая штучка, которую можно программировать на разные действия. Одну мы запрограммируем для работы, а другую запрограммируем для домашнего использования. Шла данная посылка около месяца. Прикольная резиночка. Дело в том, что свою предыдущую метку я благополучно потерял. Ну и здесь у нас две меточки. Как вы видите, очень прикольных. И их мы можем запрограммировать при помощи различных приложений. Одно из таких приложений я буду использовать для программирования своей штучки. Соневское приложение. Пустой тег, который можно заполнить. И это очень даже хорошо. Мы этот тег будем записывать. Выбираем метку. Событие у нас будет дом. Ну и добавляем событий. С предыдущей было проще. Так, включить Wi-Fi. Звуковой режим, запустить приложение. Это то, что у меня было до этого. Редактировать события. Интеллектуальная метка. Так, добавляем. Добавим на нее, ну, да не будем ничего добавлять, оставим так, как есть. Переходим дальше. Завершить. Теперь, поднеся данную метку, она у нас будет срабатывать на дом. Итак, по поводу записи, немного помучившись, нужно было всего лишь навсего скачать другое приложение, потому что мое именно для Sony меток. Скачал универсальное, вот такое. И теперь вот эта вот метка у нас работает следующим образом. Мы ее можем запустить, просто поднеся к телефону. То есть берем телефон, подносим. И у нас запускается приложение. Приложение то, которое я настроил для того, чтобы качать бабки. Так вот, на нее можно записать разные действия, разные запуски приложений. В общем, все что угодно. Работает
следующим образом. Для того, чтобы записать нам что-то, нам нужно открыть программу в режиме запись. Вставляем запись и пишем.